14 января 2019 года. Со старым Новым годом вас, друзья! А Левада-центр сообщил нам, что более половины россиян выступают за отставку правительства. 53% россиян в той или иной мере выступают за отставку действующего правительства. Об этом нам сообщает Левада-центр. А вы как думаете, какое количество россиян выступает за отставку правительства? Но, наверное, не меньше 79%. Я так думаю, я полагаю, это мое личное мнение. А Левада-центр посчитал по-другому. Итак, давайте посмотрим, что сообщают нам 14 января Интерфакс.ру. Рост цен, снижение уровня доходов и неспособность решить проблему занятости – основные претензии россиян к нынешнему кабинету министров Российской Федерации. Согласно исследованию о неспособности правительства решить проблемы, связанные с ростом цен и падением доходов населения, заявляют 57% участников опроса. 46% полагают, что правительство не может обеспечить людей работой. 43% придерживаются мнения, что оно не заботится о социальной защите населения. Более трети россиян, а это 36%, убеждены, что нынешний состав правительства не может справиться с кризисом в экономике. Об отсутствии у кабинета министров продуманной программы экономического развития заявили 30% опрошенных, говорится в исследовании. Претензии к деятельности кабинета министров не имеют 7% граждан страны. За отставку действующего правительства высказываются в той или иной мере 53% респондентов. 40% придерживаются противоположного мнения, следует из результатов опроса Левада-центр. Опрос проведен с 13 по 19 декабря 2018 года по репрезентативной всероссийской выборке городского и сельского населения среди 1600 человек в возрасте от 18 лет и старше в 136 населенных пунктах 52 субъектов Российской Федерации. Но вот такие протесты или такие мнения людей, протестные в их головах, они выливаются в митинги протестов. Раньше их Навальный возглавлял такие митинги, то есть у митингов был лидер, у митингов был руководитель, который вел за собой народ. В данном случае 2 дня назад сообщили в прессе, что митинг против Путина в Санкт-Петербурге и задержано более 100 человек. Организатором митинга стало Национальное освободительное движение. Митинг имел мирный характер. Люди высказывали недовольство против коррумпированной власти, плакаты с лозунгами, все еще в этом духе. Но когда люди двинулись на Дворцовую, в дело вмешались бойцы ОМОНа. Бойцы ОМОНа, бойцы, вооруженные бойцы против мирных демонстраций, но такие мирные демонстрации проходили всю жизнь в нашей с вами истории. Посмотрите, сколько было таких демонстраций мирных, и все их подавляли. Мирные демонстрации, они, конечно, недовольство народа властью, но власть-то ведь не обращает внимания, власть просто посылает хорошо вооруженных бойцов против народа и арестовывают. Вот смотрите, в Питере арестовали 100 человек, их изобьют, над ними будут издеваться, они выйдут покалеченными и, может быть, сломанными из-за стенок. В принципе, на это и рассчитано. А когда они будут рассказывать своим близким, своим друзьям о том, что с ними делали в ментовках, то в следующий раз на это рассчитывает, конечно, власть, что пойдет такая круговая порука страха заново. Именно поэтому издеваются со всей силой над участниками демонстраций в полицейских участках, чтобы информация о том, что делают с недовольными, распространялась со скоростью света, и страх обуял бы всех других. Люди побоялись бы выходить на митинги,
против правительства. В данном случае, видите, митинг прошел против Путина. Это знаменательно. Это город, где Владимир Путин встал на ноги, на рельсы, по которым покатился на трон в Кремле. Из Питера он залетел ракетой на трон российской власти, на трон российского самодержавия. Вы же согласитесь со мной, что идет речь о самодержавии. То есть, в принципе, это страна, которая находится в руках одного человека. Ни правительство, ни Госдума не решают ни одного вопроса. Вся власть завязана только на одного человека, на Путина. Я сейчас не говорю, костюмчик он или не костюмчик, кто стоит за ним и что управляется. На поверхности у нас только одно. Власть завязана на одного человека, на Путина. И Путин вышел из Питера. А Питер сегодня встал как раз против Путина. И это знаковое событие, когда город, который породил человека во власть, страшное властное существо в образе человека или в виртуальном образе человека, так можно сказать, именно этот город первый поднялся именно против Путина. Не против правительства, не против реформ, не против коррупции, а против Путина. Знаменательное событие, круги от которого могут разойтись по всей России. Я Таня Карацуба, Сеид Бурхан.